Андрей Борисович, добрый день. Слушайте, как здорово вы придумали. Сейчас закрою. Почему детей так? Они играют в партию, серьезно, маленькие Они уже проиграть. 16 минут уже тур идет. Они проиграть успеют, партию, серьезно. Посмотрите, давайте. Да детей так ненавидят, как же могут. Да вы не так маленькие, вы смирите. Да очень могут они приостановились делать. Я не могу прервать губернатор, с которым 10 часов закрывают. Губернатор! Добрый день, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Не торопи... Пожалуйста. Так. Мы приехали в ваш город на серьезные соревнования. Не мой город. Шахматное. Я из Москвы. Неважно. Я из Смоленска. Прекрасно. Серьезные соревнования. Обещали хорошие условия. И вот такой шум во время начала серьезной партии, это не хорошо, это некрасиво по отношению, это подло по отношению к детям. Вот послушайте меня. Слушаю можно? Вас. Да. Вы знаете, я снимал примерно 15 всесоюзных чемпионатов по шахматам среди детей. И вот представьте ситуацию. Идет ремонт, перфораторы стучат в течение всего тура. И все-таки арбитры считают возможным продолжить турнир. Подождите, я вам скажу. Вы понимаете, жизнь нас ставит в разные условия. Ну, что поделать? Мое мнение, надо было приостановить тур на начало тура, начать попозже, на 15 минут. Но вы смотрите, вот даже минут 10, всегда дают там нас, когда вам использовать еще что-то. За 10 минут, допустим, там, если проиграть партию, это не представить. Вы в шахматы, наверное, никогда не понимаете. Нет, ну, пока это замечательно. У меня тоже внуки есть. Дали команду, сейчас губернатор пройдет, но он задержался на 10 минут. Губернатор прошел? Можно было это секундочку согласовать, что значит, начнется? Подождите, мы вчера согласовали. Вчера мы сами только запустили. Так, пойду-ка я все-таки на это событие и немножечко посмотрю хотя бы, что это за мероприятие. Чуть-чуть. Давайте. Торжественное собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объявляется открытым! Для приветствия участников торжественного собрания, посвященного профессиональному празднику Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на сцену приглашается губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин. Добрый день, уважаемые друзья, сегодня мы отмечаем очень важный и замечательный праздник. Я хочу обратиться к вам, уважаемые труженики агропромышленного комплекса Владимирской области и ветераны сельскохозяйственного производства. Я поздравляю от всей души вас с Днем работников сельского хозяйства. Простите, вы кто? Я ответственный по этому залу. Вас как зовут? Любовь Владимировна. Очень приятно. Какие претензии ко мне? Я пресса. Вы приглашенный? Я пресса. Я пресса. Ну откуда вы? Пойдемте поговорим. Бюджет, который выделяется на сферу сельского хозяйства. Поэтому также присоединяется к моим поздравлениям. Мы сегодня чествуем героя. Мы говорим с ним здесь для того, чтобы
совместно обсудить, какие деньги и в каком режиме пойдут в Владимирскую область. Ой, спасибо за понимание. Да, добрый день. Подождите, секундочку. Подождите. Сейчас идет прямой эфир в интернет. Так что вы говорите со мной официально, пожалуйста. Я вас предупредил, что это прямой эфир. Я снимаю губернатора. Вы имеете что-то возразить? Нет, я ничего не имею возразить. Просто тогда в чем дело? И что? А я что делаю? Я нарушаю что-нибудь? Не гостей надо встречать. Так, извините, а мне надо снимать. Подождите. Вы приглашены, вы зарегистрировались? Я здесь снимаю, я пресса. Пожалуйста, я Евгений Потемкин. Пойдите, пройдите, пожалуйста. И что, вы мне не даете снять речь губернатора, вы понимаете? Нет, представьтесь, пожалуйста. Заместитель начальника полиции по охране порядка Муразов Дмитрий Александрович, подполковник полиции. Сюда приглашены люди, совершенно верно. Сначала проходите регистрацию, да? Вы должны быть аккредитованы. Вы считаете, что я террорист? Я не знаю. Я вас не знаю, у вас удостоверения нет. Подозреваете, пойдемте, да? Пойдемте, но я вправе это делать по сапорам своей службы. Поэтому пойдемте. Вы помешали мне заснять речь уважаемого губернатора. Спасибо большое. Уважаемые люди, сначала проходят регистрацию что делать? На мероприятии, а потом проходят. Губернатор опоздал, я тоже опоздал. Ну уж извините, где губернатор и где вы? Так, то есть я не равен губернатору? Я не знаю. Вы не знаете, я да? Я не знаю. Ну, предполагайте, что я гражданин России. Я не против. Не против. Вы пройдите регистрацию. Ну какого черта вы мне мешаете заснять речь губернатора? Еще раз говорю, здесь подполковник. Здесь люди приглашены. Полковник, вы не уполномочены на это. Не уполномочены. Ну так вот. Нет, это мы не будем. Это мы должны остановить.